игры на примете. Пока, по крайней мере. Будем. Нужно будет думать, нужно будет выбирать. А запускать биошок просто и приятно. Так, мусорки все объели. Так, зато есть три кинескопа. Вот сейчас зачитаемся просто. Так, мы выходим из так называемого союза. А, стоп, так это мы уже, по-моему, читали. Трусливая Америка просит свой лучший город вернуться. Нет, спасибо, отвечает пророк. Нам и так хорошо. Колумбия выходит из состава Соединенных Штатов и исчезает за облаками. Это мы уже с вами видели. Пророк против врагов внешних и внутренних. Китайские боксеры захватили мирных американцев в заложники. Пророк и Колумбия за Америку. Наш пророк. И что получила Колумбия в ответ? Вашингтон Камсток. Уходите в отставку. А мы за пророка. Конец. Да, сейчас идем. Я досматриваю последний фильм, мы уже уходим. Так, вспоминая день открытия. Мечта пророка наконец вознеслась в небо. Колумбия начинает свой путь. Она разнесет весть об американской мечте по всему миру. Конец. Ну и ладно. Лиза хочет уже идти дальше. Давайте не будем ее задерживать. Ведь сюда нам дальше, да? Так, ну да, похоже, что сюда. Ведь сюда, да? Да. Ха. Куча соли. Ой, прекрасные соленые столы. Вернее, солевые столы, наверное, нужно было бы сказать. Так, осмотрите мусорку. Еще соль. Кто выкинул чашку с кофе? Так, москит. Погнали. А, стоп. Мы отсюда пришли? Замечательно. Я, оказывается, не в ту сторону пошел. Так. Евтопей Калаврати, какие люди? Случаются люди. И тебе привет. И всего хорошего. Если, конечно, ты ко мне обращался. Или ты нашел кого-то в чате. Кого-то внезапного. Кстати говоря, там я видел, в чате мелькали ежи. У нас что, Дюха проскакивал, которого я не заметил? Так, стоп, а куда дальше идти-то, я не понял тогда. Хм. Элизабет не повторяй со мной. Я тоже пытаюсь понять, куда нужно идти. Дверь не открывается. Ладно, специально для особо одаренных сделана кнопка N. Да ладно, я же отсюда пришел. А-а-а, понятно. Это место просто сюжетное. У нас же есть еще одна дверка, в которую можно было бы и походить. Привет, сегодня хороший звук. Да, сегодня почему-то все исправилось. Ты опять не заметил Дюху? Случайно, ребят. Я задним умом, видите, догнал. Вот, поэтому, Дюха, если ты меня слышишь, привет тебе. Так, тут ничего интересного. Камин were open. Дальше нам идти туда, соответственно, туда мы не пойдем. Понятно, пожарник. А для пожарника у нас тоже есть кое-что. Эх ты, два выстрела без перезарядки. Давайте считать. Попробуем поставить рекорд. Раз выстрел без перезарядки, два выстрела без перезарядки. Ах ты, только два выстрела без перезарядки. Никаких проблем с пожарниками у нас. Эй! Лиз, ты хотел мне соли кинуть. Вот что еще я не люблю в ее бросках, так это то, что порой она перестает желать дать нам несколько боеприпасов сразу по нашему выходу из боя, что на самом деле крайне неправильно. Если уж нашла соль, то будь добра, подожди, пожалуйста, пока я ее возьму. А так, наверное, взяла ее и в мусорку выкинула. А потом будет удивляться, что это я бегаю да по мусоркам шарюсь. Ох уж эти девушки.
Так, что-то интересное, да. Как тебе в Америке? Ну что, в Америке хорошо, мне нравится. Это, конечно, не Колумбия и не Восторг, но тоже очень даже неплохо. Так, город не восстановится после такого. Оно и к лучшему. Да, судя по всему, городу грозит, скажем так, некоторые потери во внешнем виде. Глядите, наконец-то мы докачали щит. Теперь щит больше не проапгрейдить. Но с другой стороны, оно и не нужно, потому что нам уже давным-давно неплохо было бы запастись... о, сумка с деньгами. Запастись более вместительным резервуаром маны. Ну или соли, или чего там. Неважно. Так, что это? Унитаз? Унитаз, выпадающий из двери? Правда? Да, Лис, я тоже удивлен, поверь мне. Ну ладно, давай присядем. Почему я не могу присесть на скамейку? Рядом со скамейкой могу. Ой, гляньте, кстати говоря, раньше не замечал, что у нее вот тут вот родинки. Вся в родинках. Так, какой квартал? Развратный квартал? А, рыночный квартал. Что-то я все не туда. Ладно, надо приходить в себя. Вот, опять мы нашли резервуар с защитой, который мы получили уже давным-давно. Нужно опять же пробежаться не только по ближним районам, но и по дальним. Помните, там был один проход, который мы упустили? Вот туда бы нам тоже не помешало бы забежать, чисто посмотреть. Хм. Хотя нет, как раз, судя по всему, туда нам и нужно. А сюда? А сюда нас что, не пустят? Или что? О, хм. И сюда можно, и туда можно. Странно, непонятно. Лизу жалко, заставили тут бегать со всякими. Кто ее заставил? Она сама бегает с превеликим удовольствием. Более того, говорит, что если ей не дадут бегать, то она лучше умрет. Так, что за загрузка? Какая загрузка? Сначала я хочу вот сюда сбегать, чисто посмотреть, что у нас тут. Отправляйтесь в дом Комстока. Рано, рано нам еще туда. Мне сначала хочется посмотреть... Вот, что? Отмычника, видите? Не зря мне хотелось посмотреть, что у нас тут есть. Непонятно, правда, что это. Ой, боже, опять есть из мусорок. Опять тратить отмычки. Подожди, всему свое время. 200 орлов. Такими темпами мы сейчас еще на что-нибудь полезное накопим. А то я думал, что уже все. После нашей большой закупки нам денег не будет хватать вообще просто ни на что. Так, набор отмычек. Ничегошеньки интересного. У разработчиков есть какая-то странная привычка. Знаете, они ставят сейф. Ну, типа, чтобы народ тратил отмычки. И тут же, прямо рядом с ним, бросают несколько наборов отмычек. Ну, как-то это, по-моему, все-таки неправильно. Хотя, с другой стороны... Может быть, оно и облегчит прохождение более, скажем так, неподготовленным игрокам. Ладно, погнали. В дом Комстока. Рыночный квартал. Что такое? А, это вообще просто одного выстрела ушатало. Патронов, кстати говоря, кончается. Патриот Букер? Где патриот? Я знаю, как разбираться с патриотами. Опа. Ну и теперь посмотрим, что вы можете мне предложить. Аптека, то, что нужно. А, так, а патриот уже вышел из-под контроля? Шустро же он. Очень шустро. Ладно, давай еще разочек побудь на моей стороне. А я пока... подбегу к вот этому парню. Нужно бы его жахнуть как следует. Так, а теперь осталось только разобраться каким-то образом с патриотом. Как с ним разобраться, непонятно. Маны нет, патронов нет, ничего нет.
Хм, что-то его рвануло. Ксиай Патриот, если я не ошибаюсь. Да, он идет за нами! Так, ладно, нужно отступать, на самом деле, отсюда. Здесь нам его никак не одолеть. Нужно сначала найти каких-нибудь солей. Вот она. Кстати, а мне показалось, или тут был? Что? Что? Ты серьезно? А, стоп, она не настоящая. Так, ладно. Стоп, это не пророк. Фу, господи, это не патриот. Вовремя ты нашла патрончиков, конечно. Теперь нам все, что осталось, это подкрасться к патриоту. Ах ты ж, не успеваю. Как мне к нему подкрасться так, чтобы успеть ему в спинку? Не успеваю. Никак не успеваю. А, можно же два раза его парализовать. Раз. Два. Даже три. И теперь по шестерням. Ой! Как же не вовремя эта перезарядка не сработала. Ой, он меня еще и ударил. Ладно, пофиг, я тебя просто так сблизи прикончу. Ой, не прикончу, я пошутил. Ты чё? Так. Только не успей меня найти до того, как щит отрегенится. Сволочь. Вороны? Какие нафиг вороны? Кто ворон заказывал? Фух. О, надо же, вороны, господи. С чего бы, спрашивается. Патронов вообще не осталось ни под на что. Ах. Ладно. Разобрались, так разобрались. Лаборатория Лютос? Конечно же, мы туда пойдем. Единственное, что нам нужно патрончиков бы где-то найти. Можно, конечно, забежать еще вот сюда. Стоп, а где она? А, вот она. Бедняга. Ну ладно, в принципе, пускай. Хоть кто-то посреди хаоса, знаете, наводит порядок. Это тоже важно. Так, снайперка, мне говорит, у меня максимально проапгрейжена. А вот сюда можно купить еще улучшенную перезарядку. На 50% быстрее перезаряжаться. Но это значит, что на 50% у меня будут патроны быстрее кончаться. По большому счету. Давайте лучше, кстати говоря, этих самых патронов. Так, во-первых, нам нужно купить соли. Ладно, давайте возьмем полную соль, бог с ней. Не будем жадничать. Во-вторых, нам нужно взять патроны к вот этой штуке, потому что без них вообще никак. Ладно, возьмем 6 и понадеемся, что несколько мы еще найдем. Тут же у нас ничего интересного пока нету. Ну, в смысле, есть вот эти, конечно, защитные тоники и дешевый гипнотизер, который уже очень бы давно хотелось бы заиметь, но... Ну да, что поделаешь. Кстати говоря, интересно, окупается ли он? Вот то, что я купил 67 монет солей. Или нет? Ладно, мы не будем с вами мачкинами. Да, я тоже. Снайперка имба. На самом деле, да. Снайперка очень сильное оружие. Хотя имба я бы ее не назвал, потому что все-таки всего 4 патрона в обойме. И нужно очень тщательно целиться. Так, заброшенная обойма. Осмотреть коробку конфет. Что же может быть в коробке конфет? Конечно же, банан. Нет, в коробке конфет может быть конфета. И сахарная вата. Ну, в принципе, более-менее логично. Могло быть и хуже, скажем так. Если бы я в коробке конфет нашел, например, не знаю... патроны к дробовику, я был бы более удивлен. Так, рубашка, эффект сброса, прыжок с аэротрассы что-то там увеличивает. Не нужны нам никакие
Такие ботинки у нас так, по-моему, хорошие. А хотя нет, стоп, нужно было сравнить, какие у нас ботинки. Потому что, возможно, у нас еще более хреновые ботинки. Кто-то кофе залил в коробку. Но что-то это место не похоже на лабораторию. Вот хоть вы тресните, я не понимаю. Либо это профессорша очень любит конфеты, поэтому хранит их в каком-то совершенно нереальном количестве. Либо я спутал здание и сейчас бегаю не в том месте. Так, лаборатория Лютос. Вот она, что ли. Ом-ном-ном-ном-ном. А, собственно, у меня и так здоровья полно. Что я точу? Да, вот. Лютос. Так, Risk of Death, Danger. И пройти туда нам не представляется возможным. А то можно съесть овсянку из ее почтового ящика. Я съел овсянку из почтового ящика физика. Окей. Так, ладно, давайте разбираться. Куда нам идти дальше? Лавочка. Эй, а кто закрыл дверь? Я, что ли, закрыл? Или туда Лиза зашла? Лиза, если что, это не уборная. Поэтому я надеюсь, что когда я войду, ты будешь в подобающем для девочек виде. А, она вообще сзади. Окей. Так, а что у нас тут лежит? Взять пистолет? Правда? Просто пистолет? А, и патроны к пистолету. Молодцы. Радует меня. Извращенец. А кто извращенец? Я ее предупредил о том, что я вхожу, так что не надо ничего подобного. К тому же это она была бы извращенкой, если бы решила бы там, извините, по нужде сходить. В конце концов, я думаю, что она девочка хорошо воспитанная и сможет потерпеть до конца игры. Так. А куда? А куда мы бежим-то? Да ладно. О, вот это хорошо. Так где ж ты? Слабачье. Что вы можете против такой отличной команды? Так, магазинная винтовка. Магазинный парниша. Дай мне свои деньги. Мне нужны твои деньги, очки и оружие. Так, аптечный набор, бог с ним. Нам бы сейчас поправить наше финансовое положение. А еще не понимаю, я, судя по всему, я на правильном пути. Да, но я пока не хочу туда идти, потому что здесь еще могли быть Вот, например, грузовой крюк. Зачем он здесь нужен? А, это как раз, наверное, то место, где я с патриотом сражался, и крюк мог бы нам помочь. Ну, по крайней мере, теоретически. А что он кричит-то сейчас? Обстановка вроде не боевая, вполне мирная такая. Так. Да, ничего интересного. Можно, правда, запрыгнуть на крышу магазина. Хотя туда, сюда и так можно было зайти. Ладно, отправляемся дальше. Так, отмычка возле автомата. Спасибо, Еметик, сейчас чекнем. Ты отмычка? Нет, ты банка. Ты отмычка? Ты банка. Отмычка возле автомата. Отмычка возле автомата. О, отмычка. Посланно я нашел отмычку. Шутка. Нашел отмычку Еметик. Но подобрал я. Поэтому отмычку мне. Так, дальше что? Я так подозреваю, что нам... А, нет, нам как раз сюда. Значит, мы идем в другую сторону. Или не идем. А правильно, что идти в другую сторону, если тут ничего нет? Тут какая-то горелая женщина с немножко пережженным кофе. Спойлер, да. Страшный, страшный спойлер. Что это? Это какой-то особый разрыв, мне кажется. Потому что не может же дом просто так летать. Магические мелодии. Наверняка нам туда нужно. Хм, а что хм? Ну ладно, давай пройдем аккуратненько, осторожненько. Труп, наверняка эта штука опасна.
Но с другой стороны... Что, мы в детстве по стройкам, что ли, не лазили? Лазили, конечно. Значит, здесь пролезем. Единственное, что нужно понять, куда нам пролезть и как нам пробраться внутрь вот туда. Понятное дело, что мы можем пройти в сад. А, нет, нам не в сад даже нужно. Ну, давайте зайдем сначала в сад. Раз нам в сад не нужно, то сначала идем в сад. А в саду ничего нету. В саду какие-то деревья, руины. Печальный сад. Знаете, в Питере есть не скучный сад, а это скучный сад. Ой, тут еще и могилы. Это вообще какой-то не сад, а погребальный... Погребальный склеп. Ух ты, господи. А это же реально кладбище. И судя по тому, что тут нам предлагают скорострелы и дробовики, здесь будет какая-то заварушка. В сад тебе потом. Понятно. Привет, Серж. Что это такое сзади тебя движется? Это Лиза. Знакомьтесь. Лиза, познакомься. Это Рикер 58. 58 это Лиза. Ну ладно, раз потом в сад, так давайте туда потом и сходим. А то сейчас мы всех перебьем, потом мне интересно будет. Сады памяти, это кладбище, а не сад. А еще мне интересно, я могу залезть в вот этот летающий дом? Мне почему-то очень хочется. По крайней мере, я считаю, что я обязан попробовать. А, что случилось? Так, этот дом Альберта Финка. Я так люблю его мюзику. Интересно, он здесь? Давайте залезем. Обыскать труп. А, труп. Боеприпасы, снайперки. Действительно, можно, оказывается, сюда забраться. Можно даже послушать голософон. Все, супер. Дорогой брат, эти дыры в воздухе продолжают приносить дивиденды. Не знаю, с какого музыканта ты заимствуешь ноты, но если ты хоть половину так же гениален, как биолог, за которым я слежу, быть тебе новым Моцартом. Понятно, они оказывается, воровали из дырок. Эй! Они, оказывается, воровали из дырок музыку. Откуда-то непонятно куда кинула мне монетку. А что-нибудь интересное в этом доме есть? Взять бы гитару с собой. Представляете, как было бы здорово? Повсюду. Война, революция. А ты ходишь и играешь людям на гитаре. И всем от этого становится теплей. Но нет. Упустил самое интересное. Что я упустил? Что я упустил? Что я упустил? Набор отмычек? Три штуки? А что еще выпустил? Вроде ничего нет больше. Прочные барабаны, надо сказать. Я бы себе такой бы под куртку запихнул, чтобы ничего не бояться. Я про ту дырку говорил. Ну, извините. Значит, не судьба. Перезагружаться из-за дырки я не буду. По крайней мере, в этот раз. А пока идем к Комстоку. У меня уши начинают болеть, ребят, немножко. Поэтому придется как-то... О, господи, теперь я слышу свой голос. Обычно во время стрима я никогда не слышу свой голос. А сейчас я начинаю его слышать. Это ужасно. Придется вернуть уши на место. Так, сумка, отмычки, деньги, два ствола. И зачем мне столько денег? Не понимаю я только одного, почему вот на месте этого парня сейчас, когда уже повсюду там революция, и хотя можно посмотреть на город в окне, когда идет революция,
когда все уже плохо. Посмотри на знамена. Народники выбрали себе цвет. Да, О, привет, крупные лица. Эй. А, я перестать смотреть в телескоп. Это как-то оно очень удачно стало. Можно было полюбоваться на лиц в телескоп. А мы твой голос каждый стрим по несколько часов слышим. Прикинь, каково нам. Печалька. Тяжело вам приходится, ребят, понимаю. Все понимаю. Но ничего не могу поделать. Я могу, конечно, попробовать использовать какую-нибудь программу для изменения голоса. Но, по-моему, это не шибко поможет все равно. Так. Идти нам дальше. Стоп. Опять не туда иду. Да что ж такое-то? Почему, куда бы я ни шел, я все время иду не туда. А тут кто-то уже сделал за меня всю работу, обратите внимание. Бандиты все мертвы. Повержены. Площадь Победы. Так, стоп, так нам не сюда, что ли? Ну и ладно, давайте пока грабить автоматы тогда хотя бы. Все равно больше нам ничего не остается. Плюсов, я так подозреваю, уже никаких не появится нигде новых. Ни оружия, ничего. Так, чисто по привычке. По привычке проверяю. Вдруг что-то... Что-то промелькнет. Серж, тебе тут все равно по сюжету тусить. Иди прямо. Окей, хорошо. Как скажешь. А, прямо ты имеешь в виду прямо... В дом Комстока? Так, за этими воротами дом Комстока. Ну, окей. И что у нас тут? Welcome. И как это работает? А. С возвращением. Прекрасно, что вы к нам добрались. Особенно учитывая вашу смерть 19 лет назад. Как странно, ваших пальцев изменились отпечатки. Вам не здоровится? Что? Так если она в могиле, то, извините, отпечатков пальцев там ты точно не найдешь. Леди Комсток. Как прикольно, что вы нас посетили. Что это мелькает, я никак не пойму. А, графические баги мелькают. Почему я микрофон сполз куда-то, не пойми куда? И что мне делать с моими бедными ушами? Хоть какие-то подушки прокладывай между мной и микрофоном. Ой, между мной и динамиками. А, теперь нам идти назад на кладбище. Ну ладно, пойдемте назад на кладбище. Вот теперь я хотя бы немножко понимаю логику. Сейчас Серж будет тащить. Так, для того, чтобы тащить, нам потребуется тащительный эликсир. Без него, как говорится, не едят. Ну, в смысле, не тащат. На этом кладбище похоронена моя мать. Откуда ты знаешь, вот мне интересно. Ты всю жизнь просидела в... заперти в клетке. Вот, что мы ищем, кстати говоря, тоже очень интересный вопрос. Потому что я пока вообще не понимаю. Вот она. Память о нашей леди. Надеюсь, что сейчас на меня не полезут разные трупы. Но если полезут, я предпочту встретить их с высоко поднятым дробовиком. О! Соль, снайперка. Хм! А вот тут, судя по всему, должны быть похоронены эти два парня. И какой-то Хоррорд. Не знаю, кто такой Хоррорд. Тарься патронами. Так у меня и так патронов дофига. Ну, не дофига, конечно. Но, по крайней мере, тут очень много всего раскидано. Разных оружий, поэтому, если что, мы просто поменяем одно оружие на другое. Да, я чувствую, что заварушка здесь будет серьезная. О, а вот он и мой дробовик. Два дополнительных патрона, это два дополнительных трупа в рядах наших
противников. Хм, я слышу музыку. Давайте сначала...